идем. Да. Мы сейчас возьмем его. Сейчас мы кучу возьмем до самого кассы, дадим воды и пойдем за мороженое. Да вместе сходим, наверное. Он не идет, он видишь. А, Артем не хочет идти. Так давайте пешком, пойдешь пешком до мороженого? Пойдешь пешком. Я вот это хочу, в магазине такое себе продаю. Такое себе, можно смотреть. Hello everyone. Нет, это не Вика. This is Оксана. This is Аида. Самира. Вы мороженое выбираете? Да, Самиру. Смотри, давай я тебе... Ну а что, он не будет, что ли? Рокайте на руку, да на удачу. Вот такое облачко волшебное, чтобы у тебя было самое-самое лучшее лето. Вот такие вот барабанщики. Вот ты загадывал желание, потому что мороженое волшебное. А пингвины, которые вы делаете в своей стране, пингвины, их услышали и исполнили. Ну давай выбирай. Давай кидикузы. Ну и монетки для мамы, да, вот такие волшебные, чтобы они никогда не заканчивались. И она всегда могла себе покупать мороженое. Магаж классный. Какое ты будешь? Волшебное, да, вы же не понимаете. Вот такое? 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 Такое?
один шарик? Один? Хорошо. А вот эти добавки, они дополнительно получаются, да или нет? А на один шарик тоже входит? Кокосовый, банановый, банан, да. Клубника есть? Ну вот шоколадом поливаю, да? Нету, вот не осталось. А бананчиков хочешь? Банановый может, нет? Или вот мяты? Нет, я без ничего. Ничем не хочешь? А, черничка есть еще. Черничку хочешь? Это же сиропчик получается, да? Сироп черничный, нет? Ну хорошо, давай я тебе тогда просто положу нашу волшебство. Вот такой вот урок единорога тебе на удачу, волшебный пыльцо, это когда будет... Температура плюс 17, да, Оксан? Где-то. Барабанчики вот такие, чтобы пинты тебя услышали в своей стране, все твои желания. Они же для тебя катают там мороженое, где не нужно. Вот смотрите, розовое облачко, чтобы у тебя было самое лучшее лето. Ну и монетки, куда без них, да? Волшебное. Это не мороженое, а зефирки какие-то. Но... Зефирное мороженое. Ой, зефирное мороженое. Нет, там два шарика у тебя. Как тебе мороженое, Самира? Вкусняшка. Ой, вкусно. Ты клубничное взяла? Это мне надо было сделать киви-клубника, но они не так поняли и мне добавили еще вкус. Чуть-чуть. У меня два шарика и с такой штучкой. А вы не подскажете, в том здании музыка, там что? Там вообще разные мастер-классы. А, мастер-классы, да? А, да? Ой, какое вкусное мороженое у Артема. С шоколадом, да, полили? Да. Зефирка. Печенька какая-то. А тут я буду держать. Давай, не мешай. Оксан, что-то там, короче, получилось. Главное, большим не проболтаться. Начну. Они же ведь тоже хотели мороженое. Точно. Вкусно?
Вот это дела. Главный самокат не забудьте. Улыбайся. Улыбайся. Еще. Ты съела здесь? Мы пока здесь, я до них прогуляюсь. Воды. А там есть вода у них? Не знаю, я у меня есть. А, вы сейчас не пойдете. А может, сходим все вместе, детей там посадим на скамейку, им отнесем воды? Потому что мне купить надо еще, Вике. Купить? Что купить? Воды, воды. А когда сходим? Сейчас? Не, вон там Аида посидит с ним на скамейке рядом. А мы им отнесем водички. Вкусненько. Ладно, я пошла, догоните. Сейчас. Ага, все. Время? Да. Подожди, наш сколько? Полтора часа, да, уже там? Ну, 8 закончится должно, вот это их все. А, ты по времени, да, посмотрела? Если они ушли, мороженое вкусное, да, у них? Ну, такой себе сорбет какой-то. Да? Да. В прошлый раз, который мы с Артем пали, было лучше и вкуснее. Что, нам надо самокат забрать еще, да, или нет? Ой, слушай, я не помню, где Гасяр самокат оставил. Наверное, в этом? Ну, я ему сказала, я говорю, оставь там, как в тот раз. У выхода. Правую часть покажи. Здесь. А, ну да. Что классно, да? Такие запахи. Ага. Черемуха, сирень. Там Гайсару сказали, он же в тот раз синий какой-то лазил, а белый это вот где Вика, еще выше уровнем сложности. Сказали, если Гайсар беспрепятственно пройдет синюю, этот полос, то белую ему инструктора дадут тоже пройти. Да. Но он до 150 чуть-чуть не дотягивает. В прошлый раз ниже он был, мне кажется. Нет? Где-то может, на две недели прошло. Он вымахнул. Сегодня на бассейне никого нет, да? Есть, да? А, точно.
то крепко спать будете. Валяется красный и зеленый. А, зеленый, ну вот помощь. Гайсара. Да. Угу. Сейчас мне еще надо оплатить. Ой. Водичку получится, нет? Вот это какой зеленый гайсара? Так, сможешь, да, Оксан, достать? Вода без газа. Так, а что, какую тебе надо же назвать? Да, вот без вот газа. Это источник Д. Д. Набить. Д. Угу. 5. О. Держи. Угу. Спасибо. Дай сюда. Я самокат. А. Или ей не нужен самокат? Ну, можно взять, мне кажется, нужен, она же хотела. Вот отсюда. Эскимо. Тоже на нем. Угу. А ты видишь их? Пока нет. Вон гайсар лазит. Вон. Ага. А? Построили? Да. Вот этого не было. Это когда мы с собой две недели назад были? Да, не было этого. А мне казалось, что это было. Думаешь? Да. Я просто заметила, посмотрела, думала, что там. А там уже все заканчивается территория. Вон Вику вижу. Слушай, а куда ты хочешь идти? Я хочу снять сейчас одни. Приду куда-нибудь. Гайсар! Пить хотите? Мы только что залезли. Не, ну мы подождем. Мам, закинь бутылку, я попью. Ага, конечно. Закинь. Мам, закинь, пожалуйста. Как я тебе закину? Ты что? Обычно. Вика, ты пить хочешь? Да. Пустишься, Майда? Вот твоя вода. Гайсара на белую пустили? Нет. Мы даже не спрашивали. Вика. Вика. Есть Санкт-Петербург, Окхта Парк. Ты, Гайсар, на каком уровне проходишь сложности? Средний. А, средний? Я могу же дальше пойти. Ну да. А вам долго осталось? Часа полтора еще есть. Нет, имеется в виду, чтобы спуститься, воды попить. А, нет. Я могу идти? Нет. Ну тут легкое, тут бревно, ты пройдешь быстро.
Чмокаю. Чмокаю. Играешь? Я не хочу двигаться, понимаешь? Потому что тут сложно. Че, я вот эту штуку возьму, которая шумит мне по духу. Мне еще ноги дрожат. А еще ты будешь проходить, я все быстрее и быстрее буду идти. Если я буду быстрее и быстрее идти, я буду падать. Вы же на такси, Альбин? Да. Вы не полетел от него? Если я не буду сюда ходить, мне будет скучно. У вас еще Викторзанка будет, да? А? Тарзанка? Альбин. А? Я оставлю рюкзак здесь, сейчас подойду. Давайте-то ненадолго. Нет, но они еще не спустились, они спускаются сейчас. Нет, просто я хотела дальше пойти, чтобы по парку. А, этот, как его? Нет, ненадолго, но 5 минут. А может, ты возьмешь, пусть вода стоит. А мы что, будем? Нет, ты отойдешь, пусть вода стоит, они попьют, и ты заберешь потом. А, да? Да. Но тут никто не возьмет ее. Гайсар! Вот эта вода, Вик, новая вода твоя, Гайсарина большая бутылка. Возьмете, попьете. Мы потом спустимся, заберем. И самокат я твой тоже забрала. Я пойду прогуляюсь тогда. Вода. Угу. Оля. Вы там будете пока, да, Оксана, или как? Где? А ты бутылки заберешь? Ну не, вы сюда потом приходите, я круг сделаю, и тут встретимся. В смысле, забрать оттуда? Ну да, ты их забери, до отсюда пройдете, и дальше прогуляемся. Угу. Ну возьми, Самир-то. Угу.
Thank you, Super Chat Solo. Так, это не туда. Thank you.
Анастасия, thank you. Спасибо за суперчат. Путевка. А, закрыто? А можно? Я думал, закрыто. Спасибо. Здравствуйте. Барри Брин, thank you.
Да, давай тогда, ну пока это будет. Hello everyone, hello Australia. Так.
будто божья коробка. Просто жесть. Да, решила прогуляться по территории Окхта Парка. Вика с Гайсаром на веревочном парке, а Самира, Аидка, они там мороженое едят. Какая красота! А какой здесь воздух свежий! Yes, very beautiful. Надеюсь, качество не искажается, потому что я все-таки сейчас в лесу. Мы в 40 километрах от города. Вот в том здании проводится свадьба. Вот это. Я, у меня.
Рекомендую обязательно к посещению Окхта Парк. Девчонки что-то едят. Ну что, вы решили пикник устроить? О, мы купили палка. Так, а еда? Ну я не ела, честно. Она Оксан? Не конечно, я с огромным удовольствием скачила. Да? С Амирой, с Викой. Нет, с Амирой, мы там сидим, а ты не надо. Давай мне. Сколько у них еще осталось? Оксан, час? Я не знаю, я думаю, может уже собираться, завтра же рабочий день. Пока доедем, пока помоемся. Ну пусть уж долазят. Часочек остался. Или Гайсар устал уже? Ну он сидел здесь, мы пришли, он там сидел. А, не пили, да? Вы устали, Вик? Нет, я ее просто ждал. Покажи, что ты купила. Как это называется? Оксан, как это называется? Ой, я забыла, там было написано чурос. Чурос называется. Да, точно. Это чурос. Такая, я... подожди, сладенькая. Надо себе перейти. Она получается тут со сгущенкой, карамель, да, и соленая карамель. Да. Пес, скажи всем привет. Хай. Там бабуля смотрит. Сейчас покажу. Он покажет чурос. Угу. Ты будешь еще, Вик? На, возьми вот свою, которую ты не доела. А там другой вкус есть? Вот есть все. Просто со сгущенкой вот такая-то. Они разные, да? Она отломилась, это твоя. Вот это получается шоколадом и со сгущенкой, да? Это с соленой карамелью. Да. А, и с соленой карамелью. Бабуля сказала, привет, девчонки, Вика. Привет. Это, наверное, я, кстати, там прогулялась. Да? Вообще, вот так советую. Очень красиво. Соленая карамель? Нет? Да? Классно? Аид, достань, пожалуйста, у меня в рюкзаке воду. Я попить хочу. И дальше прогуляюсь. Там еще, кстати, свадьбу проводят. Да, красиво так. Откроешь? Подожди. Держите. Пойдешь с нами, Артем? Туда. Вкусно? Смотать кота. Держи, Самира, мне. Нам надо домой взять. Мам, купим? Посмотрим. Может, вы сейчас налопаете и не захотите дома уже? Hello. Hello from Baklykov. Hello. Кстати, Оксан, прогуляетесь, когда вы еще приедете? Подожди, держи. Там прям очень большая территория. Мы сейчас пойдем, да, Оксан? Там такие прикольные жирафики, кстати. Не жирафики, а типа как из... Положи мне обратно. Сколько такая штука стоит? 409 штук. Это сколько, Оксан? 9 штук, 400 рублей. Нет, а в долларах сколько? А сколько сейчас долларов? 58? Ну да. Сейчас я скажу точно. Ну так много. Ну где-то 8 примерно. 8 долларов? Ну, меньше 8 долларов. Нет. Скажи, сколько долларов? 6.89. 6.89. А мне ничего не забить. У тебя же водичка была, Альбина. Я здесь оставляла. А, вот это значит? Да, это твоя. Да. Ну ты же пила. Ну все. Гайсар. Нет, ну это очень вкусные штуки. Ой, там такая красота. Такие там эти. Надо сходить.
Бибики. Там очень красиво. Ну, ты же там была, наверное. Ну, что ты делаешь? Ну, Самир, ну что, и так воды нету. У меня есть вода? У вас будет последний троскость. Также проводим через пластину. Выводим свободную троскость, просто ни к чему не присоединен. И вот мы сразу закрываем. Я попрошу вас подступить лестницу. Прицепитесь и поднимитесь, пожалуйста. Да, то есть видите? А? Нет, нет, нет. Потом эта красота будет. Нет. Аида, нет. Да. Посмотри. Глазами. Глазами, да. Времени мало. Они лазили. Мы ходили А вы здесь все это время сидели или только что подошли? Мы купили, и вот они тепленькие, решили это перекусили. Сытные, сытные, да? Такие достаточно. Это типа как хворост по-нашему, нет? Нет, это прям тесто, они как-то из теста что-то там сделано. У них хворост, это вкуснее немного. Да? Там прям внутри начинка, да? Не внутри. А, поверх поливают, да? Да. Как вам? Понравилось? Угу. Я так хорошо прогулялась. Я еще хочу на колесо обозрения. А ты от своей карты вспомнила пин-код? Я у тебя сумочку оставила, Оксан. Ага. Я же хотела на колесо обозрения. Обойди вот так с другой стороны. А у тебя есть наличка? Наличка же я вам сюда. А, ты все деньги, да, мама там? А тебе сколько надо? У меня есть 100 рублей, да, 200 Давай. Рублей даже есть. Нет, ну там, наверное, рублей... Думаешь, сколько? 500? А, на колесо. На колесо обозрения думала, да. Ну, там, наверное, такой вид на лес. А, да, сердце, ты еще пошел на трассу. Я думаю, вам обязательно... Нет, пока. Все. Прогуляться надо и потом уж забрать их и домой ехать. Угу. А мы как? Мы попозже? Но вместе. Все вместе? Но Самира же тоже устала. Все, пошла. А где у тебя, Вика, шлем? Забыла. Вы все уровни прошли, нет еще? Нет пока. Где Артём? Я прошла все, кроме двух. Угу. Ну что, вы готовы? Будь здорова. Будь здорова.
Все, Викусик пошла. Вика, перчатки, Вик. Вика. Вик. Вик, перчатки. Перчатки-то забыла. Самира, идемте гулять. Райса, воду я оставила. Воду оставила. Что, пошить? Пойдемте. Да, идемте. Так, все взяли? Не забыли? Не получается здесь. А, ну тем более мы сейчас как раз прогуляемся, посмотрите. Сколько у вас времени осталось? Пошли, аккуратно, всем пошли, мы дальше, они лазят. Подожди, не жди, пока зайдем. Ну пока посмотри, пошли. Идем, Самира. Давайте вот отсюда. Оксан, вот сюда. Она сейчас хочет посмотреть, как гайсар скатится. Тут, видишь, идти надо под конец. Все, пошли. А дальше куда он? Все, вот эти позаканчивается? Ну да, там следующий уровень будет. Давай аккуратно, ладно? Воду оставили. Ну все, идемте. Артем, веди нас. Начальника. Начальник наш. Вот это, представляешь, везде Аид. Аид, ты здесь была уже, Оксан? Вот здесь проходила? Это вот все, вот уровни, испытания всякой, разные сложности, да. Тут она прям вообще большая. Там, наверное, Вика была? Наверное. Электрос? Да. Почему тогда не на электро, а сами отталкиваются? Давай за Артемом тихонечко беги, а я вас сниму. Нет, мне и так не же хочет. Очень болит. Наелась? Mm-hmm. Ты наелась? Нет, не наелись. Ой. Да, а да. Как они переходят на эту сторону? Стоп, а что за... Здесь же нет соединительных. Ну, я думаю, как-то... Нет. Hello from Slovenia and hello Оксана. Давай. Где? Тебя помнят. А, да. Hey everybody, how are you? Видишь, помнят. Уже сколько мы не снимали, да? Слушай, а где здесь это? Здесь нет перехода, Альбин? Есть. Вот сейчас увидишь, да? Пойдем, милый мой. Идем. Ночью. Артем, идем. На эту сторону идем, чтобы овраг не упасть. Иди, туда нельзя. Идем, лазить, туда нельзя. Вот здесь, видишь, свадьбы проводят. Ага. Смотри, как красиво там. Оксане очень стало интересно. Как тебе зал? Нормально. Нормально? Красиво там? Венчание у них. А, там и венчание было все, нет, да? У них сейчас венчание идет. Да? Что-то не похоже. Она, ну, поздравляет с венчанием. А, да? Да, сейчас у женщины рассказывает.
С размахом, да, так я это скажу, венчание. Ирен, привет. Так мы вас сюда звали гулять в прошлый раз. Только вы не пошли сюда. Мы же звали детей. Идемте сюда. Нет. Вот я место помню. А? Вот я помню. А, ты здесь я гуляла. Здесь ага. Ау. А? Да? Ой. Нормально улыбайся. Улыбай. Нет. Красиво. Будет ли стримить Сережа, я не знаю, без понятия. Обычно он по воскресеньям не стримит. Ой, боже. Искусственная же. Да, конечно, искусственная. А, пчелы летают. Вон, смотри. Вот туда, вот туда. Ну вот. Оно уже считается, а ты. Еще паску дали, сюда даже не могу. Все, давай. Сядет. Угу. Что это было? Боль? Дальше идем. А? Дальше идем, да? Артем, забирай палки, пошли. Давай-ка подожди, да? Самир еще хочет эту палку пройти.
А что за трассу? Ту? А. Я там тоже хочу два раза. Нет, два раза нет. Уже все, завтра на работу надо, потому что еще доехать же надо. Еще надо всем искупаться, еще поужинать. А вы не голодные? Ой, ой, Артем. Ты что делаешь, Артем? Вика сейчас находится в веревочном парке. Не все! Пошлите отсюда. Да, давайте, давайте. Аи, тепло же, ветра нет. Дай мне. Туда, туда, налево. Идемте, там столько народа. Сейчас можно налево свернуть по коттеджному прогуляться немножко. Блин, там мост. На лазилку. Какой коттедж? Какой мост? Мне кажется, яблони нет. Рен, спасибо за супер чат. Не яблоня? Не яблоня? Не похоже. Я хочу на площадку. На какую? А мы идем, скажи. Мы идем? Да. И на... И где это? Где это? Куда Самир хочет? Да. Ну вот туда пойдем, туда? Да. Мы, кстати, туда и выйдем. Давай сейчас налево, там такой мост, и потом обратно пойдем. Мы до сюда не доходили, да, Ид? Мы сюда не доходили. Вот это, думаешь, яблони, нет? Вот это сирень. Нет. А вот это... Мы вчера видели в парке то же самое, да, только большое. Детишкам хорошо, да? Угу. Самира, аккуратно. Ой, спасибо, милый мой. Он тебе цветочек подарил? Загадай желание. Загадала, да? Нет? Загадаю сейчас. Мам,
А давайте лодку в прокат возьмем. Кася! Как будто там озеро, я не знаю, черное. Аид, сфоткаешь меня в лодке? Отойди. Ты главное не уплыви. От воды уйдите. От воды уйдите. Ладно, ладно. Оба. А что? Давайте сейчас сама отправим. Отойдите от воды. От не вода. Ты еще похлеще. А нет, она за это привязана. Все, поплыли. Артем, не кидай, пожалуйста. Оксана скажет, ты куда плавала на выходных, да? Везде успела. Ты маме по голове не кинь. Артем, только такие большие не кидай, в кого-нибудь попадешь, в маму. Не бросаемся. Ай-яй-яй. Да. Ай-яй-яй. Знаешь, как можешь взять, как бы камеру вот так перевернуть? Угу. Да. И вот эту грязь не брать, например? Поняла, да? А, лодка и вода, да. Лодка и вода, они меня утопят сейчас. Сейчас камень закидаем. Оксана, давай смотри. Там, смотри, течение. Не трогайте меня. Там течение. Самира. Кто-то там пыхтит, я прям боюсь сидеть. Кто пыхтит, а где? Вон. Артем там что-то старается, выкапывает. Сам теперь давай сюда. Ой, куда ой, такой ой. Булыжник? Нет. Он сейчас кинет и зальет меня однозначно. Так, давай, Артем, такой не бросай воду. Какая-то оранжевая вода. Альбин, смотри меня. Да не кидай. Дай сейчас подбежать. Оксанку снимай. Как ты хочешь? Я хочу, чтобы грязи не было. Да ё-моё. Я не знаю, как сесть. Здесь вода, конечно, лужа. Давай. И вот этой грязи, чтобы не было. Я поняла, да. Я ж говорю, типа, по голове сейчас. Это была шишка. Шишка. Смотри. Шишка. Давай. Самира, ну ты-то куда? Давай. А чё я? В кадр же не попадает. Ага. Ну все, я тебе и вертикально, и горизонтально наснимала. И вертикально. Давайте я помочь. Где? Вода грязнища. Все это искусственное, может, нет? Или это что такое? А да. Что, бывает искусственная вода? Да. Пошлите в кополе. Там еще пошлите. Артем, идем. Таня, я защита. Ладно, тут, конечно, вот это же собака. Не страшно. Мам, там мальчики тоже ко мне бросают. Самира. Мы посмотрим и обратно пойдем. Ну да, вот сейчас пройдем, мост и обратно. Да мы так не успеем пройти бесплатно. Успеем. У меня 4 камня. Пошлите. Надо уже время. 8 такое. Оксан, сейчас назад. Там мы не пройдем. Туда. Да. Конечно, сломается. Пробьет. Чтобы это заплатить за это.
красота, да, вот на лодочке. Жень, собака плавает, да. Она просто съедет туда, как бы. Все, пусть сам говорит. Так. Я забыла, что когда Танюха там что-то его отвечала, я подписала свою жизнь. Ой, видите, у нас... Только по мне. Где Оксанка? Она собачку. Я тебя не снимаю. Снимаю. Ну вот, мне видно было, как я так сделала. Уйди. Ну да, сейчас через мостик. А? Ну, куда вы хотели? Надо их забрать, да, уже? Время-то. Кстати, там такие эти слоны стоят. Большой слон и маленький слон. Угу. Напротив чаши. Ой, чаще. А это вот здесь, да, какие-то животные? А там что-то закрыли где. Да? Вот в этих животных. Где сами посмотреть? Нет, закрыто, уже не пускают, значит. Вас на видео или фото? Нет. Они уже лазить не будут. Они не будут, они сейчас Гайсара заберут и поют. Не, ну Самир-то пусть полазит. Пошлите. Ага. Пойдемте. Обратно оттуда тоже пойдем, да? Забрать их. Да, тебе же Гайсар надо забрать. Мы с Самиром можем отсюда пройти, да? Ну идите отсюда, а мы с Викой подойдем. Вот тогда-то пока на ту лазилку. Давай. А если он тоже захочет? А? Ну так-то сможет. А я ему могу. Артём, стоп! 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 А я ему могу помочь. Первый. Ты пойдешь лазить на лазилку? Да. Иди вот с ними полази, я Артёма за Гайсара заберу. Ладно, помоги! Не бойтесь, я его поймаю. Нет, с тобой не пишу. А теперь кто с нами хочет лазить? Все, лазить некому. Пошли за Гайсара. Я не хочу, Самир. Ну или пусть Аида сходит и с ним, мы пойдем с тобой туда. Аида за Гайсаром сходит. Или я Гайсара да. Передавать. Гайсар и Вику, и самокат. А где это находится? Мы сейчас туда пройдем, да, и выйдем.
Пошлите. Самокат заберите тут, пожалуйста, ладно? Аиде скажи. А я же с тобой пойду. О, ну дерево там остался, где лазил. Самокат? Он найдет, да? Да. Не найдет, это я поставила. Ну, Гайсар найдет. Гайсар найдет. Нет, не найдет. Где мы сидели, там, за угла дерева? Вот где лазилки есть, веревочный парк. А Вика пусть вот телефон там не забудет взять со шкафчика. Ты оттуда иди. Нет, тут сюда иди. Вот сюда. Вика пусть из шкафчика это возьмет. Телефон не забудет, а я... А у них уже выбора нету, время выходит. Это вот туда я заходила, на террасу. Да. Прямо. Как будет баня на английском? Сауна. Сауна? Да. Сауна. Альбина. Банаус. Да. Да, моя хорошенькая. А как банан будет? Бананас. Вот и все подходит. Бананы. Бананас. Когда много S добавляется, когда один банан, банана. Видишь, я немножко знаю. Apple. Да, баня. А что, если яблоки Apple. Яблоко Apple. Нет, Apple. Apple. Apples. S добавляешь? Когда много у тебя яблок, 5 яблок, даже 2 яблока, то Apples. А когда... Давай. Вот сюда или оттуда пойдем? Я выбрасываю. От самоката. Слушай, а потом не будет у тебя плакать, где она? Может, приклеишь? Нет? Вот я же тебе говорю, да. Все, мама сейчас возьмет, не переживай. Самир, иди около тети Оксаны, догоняйте меня. Ой, машина, аккуратно. Артём, правее держись. Вот так, там машина едет. Все, маму ждем. Маму ждем. Аккуратно, аккуратно. Самира, иди аккуратно. Почему на автомобиле ездит? Никого. Самирусик, не переживай. Что ты меня именно туда тащишь? Если сама хочешь. А ну-ка, давай, не ругайся. Со мной разговор короткий. Как Гайсар. Да? Понял. Ой. Нормально. Хозяйство не будет. Я говорю, как Гайсар. Ага. Ну-ка, давай. Веселее будет идти. Я тебе сил дам своих. Давай. Ой, какой молодец.
я с тобой поделюсь силой своей, и ты будешь быстрее. Ну что, Самир, устала? Сильнее стала? Нет, я говорю, она устала, да, уже? За весь день. Он, наверное, этот пошел на пруд смотреть. У меня ж представляешь, уж скоро батарея сядет. Да? Ну, на телефон. Ну да, да. Потом же надо будет ехать. Что он там увидел? Ты можешь мне пауэрбанк достать с зарядкой? Где, здесь? В большом, посмотри, да. Идем. Достала, да, нашла? Где-то вот я не помню. Ага, спасибо большое. Спасибо. Поехали. Подержи вот этот край. Ага, держи. Я. Давай. Ага. Ой, господи, отбит. А я говорю. Давай. А с рюкзаком? Кстати, рюкзак можешь по около наших роликов положить под лестницу. Ну, попросить, они смотрят. Очки. Ну, сейчас лето, на лыжах не очень интересно. Как ты еще можешь снимать на YouTube России? YouTube России работает без проблем. Спасибо.
Hello everyone. Ух ты, какие красавицы! Правильно мы это собрали или нет? Нажимай, нажимай. А что должно произойти? Не знаю. Но что-то должно. А у меня... Как оно может работать, если в ней чего-то не хватает? Лишних деталей не бывает!
Yes, Alex, free. Самира. А, вон он. Оксана. Тяните, веревка должна быть внизу на сетке. Это вы еще один раз проходите или второй уже? Нет, первый раз. А, первый? Единственный. Да. Пришли? Нет, я еще не видела, я гуляла. Всем пока, goodbye.